Здравствуйте, дорогие друзья, с вами канал Максимат, и сегодня мы продолжаем проходить Angry Birds Star Wars 2. Следующий эпизод называется «Битва на Набу». Поехали! Выбираем хитчу сторону и поехали! Так. И играем мы... Падме. Так, мы на Набу снова планете. И на каждом уровне птичьей стороны этого эпизода, ну или почти на каждом, будет появляться вот этот свин. Вице-король Нутганрей. Звали его. В первом эпизоде его называли наместником. Так, вот как бы нам сразу двоих замочить-то, я не знаю. Ладно, заново начинать двигаться. Как бы так получше сделать? Снизу? Швырнуть. Нет, не-не-не, так наоборот, хули. Сверху надо. Вот так. Так, ну и этот может даже сдохнет. Не сдохнет, но мы его замочим сейчас. Так, ну и все. О, сразу три достижения, прикольно. Так, подарочек давайте. Ладно, потом заберем. А, да, подарок забрать надо точно. Хорошо. Короче, в эпизодах, ну, в фильмах были сепаратисты эти, ну, так их там называли. И там в основном был вот этот Нутганрей и забыл, как второго звали. Рунхако. Нутганрей и Рунхако. Который появится в конце птичьей стороны в качестве босса. Ну и сейчас она расстреляет просто все. Ха-ха-ха.
это лучше нифига не стало. Может, сейчас станет? Не, не стал. Ну ладно, давайте... Давайте его, короче, подвинем. Потому что я не хочу еще раз это время тратить. Этот эпизод, кстати, забыл сказать, относится к первому эпизоду еще до сих пор. Первому эпизоду «Скрытая угроза». Вот, уже следующий, четвертый эпизод уже ко второму пойдет. Этот еще к первому. Короче, хватаем блоки и кидаем их. У, как хорошо взорвалось-то, а. Осталось только вот этого вот. Замочить, и будет офигенно. Не очень-то получается и пока. Капитан Паннака вступает в бой и... Не, карту оттуда не подстрелим. Сколько кредитов, кстати? Блин, я не могу посмотреть. Или могу? Как-то можно кредиты посмотреть, по-моему, я не могу. Я не помню. А, вот так. 1490 кредитов. Хорошо. Кстати говоря, в принципе, можно... этого тускенского разбойника взять. Ну давайте попробуем отсюда подстрелить. Ну и ладно, фиг с ним тогда. Ах да, перед этим еще надо купить вот это. И покупаем тускенского разбойника. И давайте попробуем достать карту. Потом надо будет достать и другие карты тоже за него. Но будем доставать им только те карты, которые у нас не получится достать с обычными птицами. Так, один остался, к сожалению. О, четырех сразу, я думал, троих только будет. Триста с чем-то кредитов у нас осталось, 395. Ну ничего страшного, мы их заработаем еще. Там еще за кадром война идет, я смотрю. Судя по лазерным пулям, летящим там.
только один достал, и было 3 мыла. Да, застряли немножко деревья. Так, ну и последнего осталось замочить. Нет, двоих. Надо просто сбить дерево, и будет все в шляпе. Что это за свалка деревьев получилась, блин? В первых версиях, кстати говоря, кредитов на уровнях не было. Не было монеток на самих уровнях. Они только для достижений получались. Давайте попробуем вот так сделать и стрельнуть туда. Но этот подох, правда, вот там свин еще остался пока. Это боевой дроид, на самом деле, не свин. Свинодроид. О, вот так надо было сделать. Так, как это самое, уменьшать? Я что, опять кнопки? У меня что, опять кнопки, что ли, настроили? Так, только настраиваем. А, нумпада! Господи, я забыл. Я забыл, что нумпадом. Во. Во, хорошо. О, 100 кредитов получили, зашибись. Вот такая, вот такой танк появляется здесь. Давайте запустим, чтобы он выстрелил прям туда, куда надо нам. Ну и все. Мне кажется, или трещина этой достопримечательности, ну так назовем, больше становится с каждым уровнем. Ну или мне так кажется. Давай, давай. Сейчас бомбанет. А, танк бомбанул даже раньше, чем взорвался динамит. Зашибись. Так, вот здесь карту можно получить. Давайте попробуем это сделать. Так, я опять забыл, как зумировать. Вот так. Ну, здесь карту получить легко. Никакой доскинский разбойник нам не нужен. Просто ломаем карту и все. Надо подбить этого. На! Блин. Придется двоих подбить. Потому что этот не сдох, к сожалению.
Ладно, у нас еще кто-нибудь есть, но я имею в виду. Так, этого нельзя использовать, потому что это будет не канон. А, не долетит, скорее всего, до туда. Ну, попробуем. Да, я так и думал, оно не долетит. Так, вот кого бы использовать? Кого нам не жалко? Ладно, давайте это. Пофигуй. Я таких еще 100 могу купить. Так, по-моему, вот этой трещины не было. Мне кажется, вот этой дыры. Мне кажется, больше и больше становится. Вон, танки появились, целая куча. Так, переходим на карту. Так, мы на кредиты пока потратили только тускенского разбойника для того, чтобы добывать карты, которые добыть непросто. И вроде бы мы больше ничего не покупали. Так что, если будем экономно относиться, то мы можем понакупить целую гору персонажей, когда разбогатеем, для эпизода «Управляй своей судьбой». Потому что там можно управлять только персонажами отсюда. Другими, к сожалению, нет. И они также будут там тратиться. Не-не-не, на этом уровне мы не будем тратиться. Чё, на каждом уровне постоянно тратиться? Так, ничего не упало. Давайте повыше стрельнем. Может быть, долетит? Не долетит до динамита. Не знаю, когда до динамита долететь можно. Ну, я разве что пробить вот эту вот цепь и... О, нифига, она сквозь вообще пролетела. Какой динамит не попадет? Ну да, профигачила немного, но в динамит не попала. Не-не-не-не-не, вы чё, это не канон будет. Лэнда не родился еще к тому времени. В главе «Управляй своей судьбой» мы только можем использовать их, если нужно будет. А в основных нет. Потому что это будет не канон. О, бамбанул один динамит. Вот я не знаю, сможем ли мы сейчас этих зафигачить. Вот динамит, если бы взорвался, может быть, им зафигачили бы. Ну-ка, а если вот так попробовать? Да, это вообще не нанесло урон. Ну, давайте, короче, вот так будем стрелять туда. Да ё-моё, что же это такое? Какой-то сложный уровень, если честно. О, нифига! Вот это другое дело. Только сказал сложный уровень, и он сам взорвался. Ха-ха. Просто офигенно. О, набрали очки. Так, второй бонусный уровень. Ну, если быть точнее, это уже четвертый получается. Может быть, в конце выпуска, если останется время, пройдем бонусные уровни, которые не открыли мне в предыдущих эпизодах.
Ну, если не останется, тогда как-нибудь в другом выпуске. Пройдем их. Но мы обязательно пройдем их. Обязательно. Так, переходим на уровень 13, потому что все же уровни надо пройти. О, Йода, зашибись. Так, оп, взрыв. Взрыв, взрыв, взрыв. Давай, давай, взрыв, взрыв, взрыв. О, да. Просто офигенно. Офигительно. Дай первый театр, да. Да что ж ты будешь делать? Как так можно вообще, блин? Да, по сути, по логике, камушек должен был отлететь сюда, а вместо этого он просто взорвался. Просто офигеть, какая логика. Блин, как пролетело. О-о-о-о-о! Хорошо, прям отскочило, хорошо. Повезло, повезло. Это бесполезные украшения там. Не будем его добывать. Потому что зачем оно? Нужно. Оно только для достижений, может быть, кредит тут получить, даже что за них можно. А так от них особо пользоваться нет. Да ё-мой. О, да. Это бец. Эх, жалко не бомбануло. Ну, сейчас бомбанет, наверное. Нет, не бомбанет. Жалко, 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 жалко. Так, достанем до того динамита. Так, это все никак не хочет взрываться. Так, вот один остался, к сожалению. И нам нечем его мочить. Пока экономим. Ну и сколько он так вертеться будет? Эх, жалко, что не он стукнулся об динамит. Так было бы лучше. Да, не очень получилось. Не очень. А блин, я уже заколебался проигрывать на этом уровне. Так, окей. Так, нам осталось... не достает, не достает. Но с... Чем не жалко, пожалуйста. Давайте Кита Фиста возьмем. Он не помню, был ли он в первом эпизоде. Точно был во втором. Но во всяком случае, во время первого эпизода он был.
во втором-третьем он был. А в первом не помню, во втором-третьем точно был. Может, и в первом был. Простой. А какой уровень-то, кстати? 15-й? Ну, а не так уж и много осталось. Если мы, конечно, сможем это пройти. Так, давайте заново. Как-то не очень получается пока что. Туда надо попасть. Блок падает сверху и ломает вот здесь. Вот было бы неплохо, если бы еще взорвался бы динамит. Теперь йодой сбиваем эту веревку, чтобы она упала сюда. Динамит по-прежнему не взрывается. Так, стреляем сюда. И скидываем. Нет, она не упала. Так, ладно, давайте тогда сначала в железяку стрелим. 26 минут уже, блин, прошло. О, мы уровень уже прошли, прикольно. Отвлекся и уровень прошли. Телефон заказал, блин. Отправили заказ вот сейчас. Обязательно сниму обзор, как приедет. Это Nokia 5000. Называется он. Так, вот надо чуть-чуть ниже. Это что сейчас было? Пустить ниже его, чтобы он обстрелял сюда. Да, я немного не так планировал. Давайте по-другому. Давайте попробуем опустить его так, чтобы он все-таки это обстрелял. Да, получилось еще хуже, чем в прошлый раз. Ну, может, не хуже, но не лучше, по крайней мере, точно. Давайте попробуем динамит, что ли, отбросить. Так. Ну вот так уже вроде не так плохо. Да ё-моё, ну что это за отскок такой был? Может, пуля долетит до деревьев, и тогда они взорвутся? Ну да, взорвутся, получилось. Ох, сможем ли мы пройти все эти уровни? В этом эпизоде, я думаю, надеюсь, что сможем. Так, осталось 4 уровня. Стоит.
не отзирается, блин, штука эта. Надо динамит схватить, я что-то не попадаю я к нему. Очень, ну вот сейчас попал. О! Взорвалась та штука, которую я взорвать не мог. Да, отлично. Так, ну и что, долетит? Так, ну может быть дерево упадет хотя бы. Нет, дерево не упало. Эх, что за невезение, а? Так, ну-ка, динамит. Пусть полетит. Да, дерево упало не в ту сторону, в какую надо было бы. О-о-о, давай-давай. Отлично. Хорошо. Хорошо, отлично. Чек. Так, вот этот уровень уже немножко посложнее. Так, танк бомбанул. Он сложнее тем, что довольно сложно долететь вот до сюда. А, можно динамит, конечно, схватить и попробовать закинуть. Давайте попробуем. Только вот, надо еще попасть по нему, убийца. Так, поймали. И бросаем. Ну, не совсем туда, куда надо, но... Все равно не так уж плохо. Так, и давайте второй тоже попробуем. Отдалим даже. Да, вот как до туда долететь, я не знаю. Попробуем. Так, опять не промазал. Да не надо. У меня он один остался, нет. Точнее, два, но это мало. О-о-о-о, давай, да, не туда. О-о-о, давай, туда. Эх, чуть-чуть не долетело. О, ну вот сейчас нормально. Эй, а чё он обратно не зумируется? Так, ну, почти все получилось, осталось только этот танк взорвать. Чего у нас, конечно же, не получится сделать. Ну все, хватит, я уже заколебался время тратить, давайте еще раз бомбаню. Давайте стрельнем, все-таки. Я не хочу время тут уже тратить. Два уровня осталось. Так, здесь этот уровень довольно-таки похож. Тоже два динамита. И тоже надо бы, наверное, их закинуть. Так, ну блоки не долетели до туда, к сожалению. Попробуем второй тоже закинуть. А-а-а, не схватил. Короче, предлагаю пропустить этот уровень. Сложный вообще. Какой-то очень сложный уровень вообще. Я обрезал кучу скучных кадров, потому что сколько можно уже. Просто не получается пройти этот уровень. Не получается. А, у нас еще и не хватит. Ну, хотя мы можем потом открыть. Ладно, последний уровень. Этот уровень вообще очень сложный. Просто не получается. Не вот этот, а предыдущий. Просто пипец какой сложный. Ну нафиг, короче.
Не знаю уже, как его пройти. Этот последний уровень так уж сложен. Вот здесь вот этот самый этот рунхак, который сдохнет, когда мы вот этих всех убьем. Попасть вот сюда вот только. Ну и вот этот смерть, к сожалению, сдох. Поэтому победы нам пока что не видать. Так, немножко неправильно сделали. Суммирование надо включить. Он так бесконечно вертеться будет. Ну давай, ну пусть, ну пускай, ладно. Может кто-нибудь, может хоть кто-то взорвется рядом. Сейчас вентиляцию затянет. Ну нафиг, короче. Ну и как я взорву сразу троих? Понятное дело, что никак. И одного взорвался только. Так, давайте вот так сделаем. Так, ну особо пользы это... О! Сейчас бомба. Раз надо. Нет, не. Юнлинга нам не надо. Я уже заколебался этот уровень проходить тоже. Но мы ее пройдем его обязательно. Вот так попробуем. Но да, динамит не взорвался. Так, ну и последний остался, сейчас мы его взорвем и будет круто все. Ну и все. Станцию управления дронами взорвали.
Так, ну вот нам не хватает 3 звезд. Давайте откроем. И достижения мы, походу, не получили, кстати, за прохождение. Да, мы не завершили ее. Ну ладно, я за кадром тот уровень пройду, пофигу. Потому что я так больше не могу. Так, свинская сторона, поехали. Кстати, уровень, кстати, в этом эпизоде свинский уровень начинается с тем же самым звуком, что и птичий. Это странно. Вот этот. Мелодия в начале. Не знаю, почему. Тут у нас водичка. Да, вот дышит, хотя вроде бы не на воде. И вот этот тоже. Так, еще 4 Дарта Вейдеров мы получаем. Теперь у нас их 8. Да, если я бы сейчас бы их разнес, если бы не эти деревяшки дурацкие. Прям вот так вот бы разнес. Ну а сейчас я мог. Но если бы не деревяшки, я бы еще бы вот это бы разнес. О! Вот это было нормально. Бонусные уровни, не прошедшие, мы не будем сегодня проходить. Так времени до хрена уже потратили сегодня. В другом выпуске. Может быть, в «Управляй своей судьбой» пройдем. Ну или, может, в следующем, не знаю. Но мы, но точно пройдем. 19 уровень, тот я за кадром лучше пройду. А то время столько тратить. Замвесел. Та же способность, что и у Джаджа Бинкс. Но это... Но... Аналогия сюжетов нарушается. Потому что Замвесел не появляется в первом эпизоде. Появляется только во втором. И умирает во втором эпизоде. В первом не появляется. Thank you.
О, там карта. Там карта была, что ли? Ну-ка, давайте попробуем достать. О, почти очки заработали. Эх, не долетит. Так, давайте боевого дроида воздействуем тут. Блин. Ну, пипец. Она там застряла. Но этот слишком тяжелый и не долетит. Так, это не долетит, потому что не очень правильно подбросили. О, ну ладно, давайте вот так попробуем. Ну, не очень получилось. Как-то достать надо отсюда. Ну вот только как, я пока не знаю. Так, может, не разрушила. О, сейчас опять застрянет, ну да. Давайте графа дух, может. Хотя, не, один остался, не надо. О, это бесит, если честно. Так, давайте, ладно, давайте его возьмем. Не знаю, пробьет ли он через дерево. Да, пробьет. Если эта железяка сломается, но нет, не сломается. Может, лучше сюда стрелять? Да-да-да, лучше нам туда стрелять. Ух, прошел уже почти час. А мы так мало прошли на свинской стороне. Да, мы прошли еще, мы прошли мало со свинщи. Но мы все пройдем. Надо и до последнего надо еще долететь. До которого мы так просто, конечно же, не долетим. Потому что эти блоки просто мешают. Не получается из-за них попасть под воду. Не успел, не успел я туда залететь. Не успел. Давай, давай, отлично.
Это пипец. Давайте под воду прыгнем. О, прикольно, хорошо. 55 минут прошло, точнее, у вас 56. Нет, у вас меньше, потому что я на том 19-м уровне. Самые скучные кадры. Стрелками. Да, вот дерево не то, не съели. Бомбануть бы динамит. Так, давайте лучше наверх стрельнем. Уловка какая-то хитрая есть. О, вот это надо скинуть флагу по одной из них. Там пускай падает и ломает. Не, он не ломает. Так, ну вот, нормально, конечно, но не долетел до этого фуражки. Воу-воу-воу, вот это неплохой удар. Осталось только туда попасть. И все будет в шляпе. Вот, прям туда попасть. Попробуем под водой, конечно, можно попробовать. Но там столько, но там говна уже мешающего. Чё-то нам надо чего-нибудь. Попробуем вот это. Нет, это не помогло. Час уже прошел. Очень долгая серия. Отвратительно долгая серия. Офигеть, какими сложными уровнями. Может попробовать отрикошетить отсюда? А, нет, она отрикошетит назад. Ладно, попробуем тогда, давайте туда стрельнуть. Хоть как-нибудь что-то. Thank you.
Ох, нам проходить-то до хрена и до хрена еще. Давайте под воду. Так, надо как-то сделать так, чтобы, ну, вот эту хрень, во-первых, убрать, мешающую. От этого чувака тоже надо избавиться. Вот до того динамита было бы неплохо, если бы долетело. Но это очень непросто. Жалко, вот нету некем стрелять. Так можно было бы динамит тут попасть. Было бы хоть как-то. Ох. Так, давайте-ка. Заколебался я уже. Давайте возьмем. Очень много сегодня потратили персонажей. Там пистолет лежал. Еще целых 8 уровней, блин, надо пройти. О, 200 кредитов, ничего себе. Много выиграли. Как бы тут еще можно... Можно, в принципе, нырнуть под воду и попробовать динамит захватить там. Давай, 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 давай. Ну как-нибудь уж. Да. Это особой пользы это не дает на самом деле. Может сразу нырнуть под воду и налить тут взять. Подорвать. Печально только, что соседний не взорвался. А, ну ладно, соседний он хотя бы сдох. Так что мы прошли его все равно.
Чего, блин? О, сразу три, отлично. А, я думал, они закончились. Только вот надо было выше стрельнуть. Уровни начинают уже мозг носить. Достаем карту. Фух, это был долгий выпуск. Так, ну вроде бы вот кажется, что можно туда залететь, но на самом деле он не... там не будет лететь нормально. О, давай, хорошо.
Так, на 17 идем. Ого, корабли какие. Ну, сначала 17. Да, никакой пользы это нам не дало сейчас. Попробуем сделать вот так. Пусть эту фигню снесет. И эту тоже. И вот вопрос, как до туда долететь? Попробуем, конечно, вот так. Ну, почти. О, нифига, как их оттолкнуло. Ну, вот эта хрень не упала, конечно. И особой пользы это нам не дает, потому что нам все равно не попасть туда. Давайте попробуем долететь за... Это... Да. Конечно, не получится. Да, нам нечем особо-то туда стрелять. Единственное, как можно попасть, это вот этим тут. И у нас другого варианта, походу, нет. Мы можем, конечно, нырнуть под воду. И стрельнуть туда. Что, рухнет? Да. Блин, там еще один остался, зараза. Пожертвуем им, потому что я пошел. Так, вот можно, конечно, схватиться туда и попробовать долететь. Может быть, до сюда мы долетим, а вот до туда уже нет. А, не-не-не, у нас же еще есть. Попробуем долететь. Да, неправильно я сейчас сделал. Не за лиану схватиться надо было, а за эту. Опять я за лиану схватился, да что ж ты будешь делать? А если вот так попробовать? Ну, разве что динамик попаду. О, ну нормально. О, хорошо, хорош. Ух, я уже заколебался играть совсем. Час 16 минут прошло. Видео будет долго монтироваться. Так, корабли.
открываем один корабль. Нища открылась, но вот палуба, так сказать, все еще стоит. Все еще на месте. Так, вот если перерубить тот якорь, то поймаем, ну. Так, сначала открываем днище. Потом вот, вот это. Так, последний уровень наконец-то. Нужно убить Квайгона. Перед этим надо сначала разобраться с Кеноби, чтобы это силовое поле исчезло. О, отлично. Вообще быстро пошел. Короче, Дарт Мол убил Квайгона, как, собственно, и в первом эпизоде было. Но, правда, потом Оби-Вана обрубает Дарт Мола, и тот там в дыру падает. Но он потом выясняется, что он выживает, и потом Оби-Ван Кеноби его убивает как-то там за кадром эпизодов. Но, тем не менее, в игре он не появится больше. Ну что ж, вот такой вот эпизод у нас сегодня получился. Очень большой, очень длинный, отвратительно просто долгая серия с офигеть какими тупыми уровнями, сложными уровнями. Тот 19 уровень я за кадром пройду обязательно. Ну а на сегодня все. С вас и Господь Песоса, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь также на стримовский канал, чтобы не пропускать стримы. И на группу ВКонтакте подписывайтесь. И всем пока.